Thank you.
Окунёк небольшой. Первый улов на поплавочек. Ух, а заглотил капец. Грозный местный абориген. Попробую я на опарыша половить. Есть поклевочка. Вот на червячка не хотел карасик, а? Ого! Такие карасики есть. Ёханый бабай. Оборвался. Оборвал флюрокарбон 0,12. Капец. Да, таких карасиков на ультралайт. Это капец, короче. Сколько тут? Это просто капец. Ребята, представьте, сколько такой карасик потомство даст. Сегодня 5 мая. Как раз карасик готовится к нересту. Отпустим. Отпустим красавца. Класс. Кстати, тест поплавка 1,5 грамма. Но сегодня сильный ветер, потому я его немного переогружал. А так, думаю, в принципе, 1 грамм хватит. В общем, ребята, через пару дней я сюда вернусь с утреца, чтобы было гладь на воде, штиль. И испытаем этого поплавка в полной мере. Если видео понравилось и было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.